Я желаю через слово, которое вы сейчас будете слышать, чтобы вы были благословлены вдвойне. Итак, крепите и храните ваши отношения с Богом и друг с другом. Это моя тема сегодня. Крепите и храните ваши отношения с Богом и друг с другом. Вот как вам сегодня кажется, вот ваши отношения с Богом нормальные и друг с другом, или можно как-то их сделать лучше? Как вам кажется? Но есть такие, что не против лучше. Именно от этих взаимоотношений зависит наша жизнь сегодня и в будущем. Бог предлагает нам жизнь и дыхание, и все. Если вы заинтересованы в том, чтобы они стали лучше, то эта проповедь специально для вас. Христос, будучи на земле, отвечая на вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, сказал следующие слова. Я читаю Луки 10, 27-28. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И ближнего твоего, как самого себя. Какие мои отношения с Богом и с окружающими? Это очень важный вопрос. Если мы любим человека или какое-то занятие, или Бога, мы найдем для него время. Только потому, что мы любим. Как у вас получается найти время для него, для любимого? Подумайте, это очень серьезно. Бог возлюбил нас, что Он умер за каждого из нас, жертвуя собою. И Он ожидает ответной любви, и все. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и ближнего своего, как самого себя. Вы вообще еще себя любите немножко? Вот так как вы себя любите, возлюби ближнего твоего. Поэтому я сейчас хочу говорить об этих важных истинах и отношениях. Запомните, никогда не стесняйтесь просто что-либо просить у Бога, молиться Богу. Он сам это ожидает и желает от нас. Когда мы верим в Его щедрость и доброту, Он доволен. Поэтому запомните, мы никогда не сделаем Бога беднее, если мы что-то выпросим у Него. Но только получая что-либо от Бога, мы можем что-то предложить другим. Слава Иисусу! Бог наш, Он есть богатый Бог, и Он хочет изменять жизнь каждого из нас к лучшему. Поэтому запомните, христиане, вначале богослужение, а потом служение. Написано, Он среди вас, как служащий. И только когда Он послужил тебе, когда ты что-то получил от Него, ты можешь это нести и давать другим. Еще раз. Вначале богослужение, а потом служение. Часто у нас нет возможности или способности послужить другим только потому, что вначале Бог. Все доброе исходит от Бога. И великие победы люди всегда имели, стоя на коленях. Они побеждали себя, побеждали грех. Они побеждали в битве.
И чем больше мы пребываем в Его любви, тем больше у нас есть, что предложить другим людям. Я не знаю, как у вас проходят отношения, какие у вас отношения на уровне работ, окружения, семьи. Я не знаю. Но я здесь, чтобы сказать, послушайте меня внимательно. Если у вас между вами нет нормальных отношений, это потому, что в первую очередь у вас нет правильных отношений с Богом. Если Бог есть любовь, Он может излить сколько любви, которая все покроет, покроет, всех способна вместить и простить. Бог – источник любви и счастья. Он есть, Он был и скоро придет. Он желает благословить твою жизнь, твою судьбу и твое служение. Он желает благословить твой дом, твое настоящее будущее. Но мы должны просто полюбить Его, как я уже сказал, всем своим сердцем. Запомните, что нет большей мудрости, чем в Библии. И нет больше силы, где мы можем ее почерпнуть. Это молитва. Поэтому запомните, молитва – самое сильное связывающее средство с Богом и друг с другом. Самое сильное. Смотрите, как есть в Библии написано, ответ Иисуса Марфе. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Вы еще здесь? Вам знакомое о многом. Кому-то больше, кому-то меньше. Но послушайте, а одно только нужно». Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее вовек. А что же одно только нужно? Это здоровые, нормальные взаимоотношения с Богом. Когда мы слушаем Его, когда мы учимся, когда мы поклоняемся и смиряемся пред Ним, когда мы ведем себя, как я уже говорил, как дети. Вообще, общество, в котором мы живем, оно очень интересное. Иногда просто мы захвачены работой, учебой и так дальше. Иногда здоровым питанием, ну, чем угодно, только не этим. Все это неплохо. Но есть ли время для Иисуса? Какие мои отношения с Ним? Имею ли я избыток, чтобы делиться с другими, чтобы служить другим? Марфа, Марфа. Здесь есть Марфы? Нет, в основном Марии, в церкви Марии, это дома больше Марфы. Но, пожалуйста, уважаемые христиане, обратите на это внимание. То есть сам Бог побуждает нас что делать? Молиться. Что вы делаете, когда у вас интернет пропадает дома? Вы меня понимаете? Когда он пропадает, все остальное уходит на второй план. Почему? Потому что надо связь настроить. Вот представьте себе, вы заканчиваете свой земной путь на земле, а у вас нет связи с Богом. Вам надо куда-то позвонить, чтобы кто-то пришел на помощь тебе или спас тебя. Ты безнадежно тонешь, а связи нет. Что делать? Вы здесь?
Почему мы ценим интернет больше, нежели Господа Бога? Почему у нас на айфоне находится время, а для молитвы, для чтения Библии практически нет? Проверяйте свою жизнь. Какие мои личные взаимоотношения с Богом? Бог ожидает ответной любви. Слава Иисусу Христу! И Он побуждает нас к молитве. Когда-то помолился там Неемия. Молитва была очень краткая, но эффективная. Он пришел на встречу с царем. Закон был в то время следующий. Никто не имел права являться пред лице Божие с пред лице царя с печальным лицом. Иначе один суд – смерть. И вот он, как виночерпий, у царя пришел на эту встречу следующую и оказался печальным. Вообще, печальные люди здесь есть? И царь обратил на это внимание, говорит: Неемия, что случилось? Представьте состояние этого пророка. Он был растерян, он понимал, что его ждет потом. Но царь говорит: скажи. И он начал говорить, что мой любимый город Иерусалим в запустении, я хотел бы там помочь, отстроить его и так дальше. Но прежде чем он это сказал, написано, он помолился и сказал. Вначале богослужение, а потом служение. Он помолился очень кратко. Но это послужило тому, что Бог расположил этого сердца царя. И вместо того, чтобы этого человека наказать, был отстроен Иерусалим. Слава Иисусу! Бог слышит наши молитвы. Какие мои отношения личные с Богом? От этого зависит мое настоящее и мое будущее. Еще один важный момент. Какие наши отношения друг с другом? Мой призыв к вам. Так как у вас времени не хватает для Бога, то запомните, пожалуйста, никогда не тратьте ваши силы и время на чувство жалости к себе. Вот так бывает в течение дня. Ну, так жалко себя стало, что и день пропал. Запомните, душа, которая идет путем отступления от Бога, всегда будет ранимой. И люди раненые, люди, которые живут в раздражении, в обидах, в горечи, это люди, которые не имеют нормальных взаимоотношений с Богом. Вы здесь? И они действуют неправильно, защищая себя, нанося непоправимый вред себе. Правда, бывают такие войны? Да или нет, друзья? Это очень серьезно. Друзья мои, я не знаю, что происходит в вашем сердце. Но если вы ранимые, тогда идите к Богу. В тайную комнату. Откройте ваше сердце для Иисуса. Он прольет свою благодать и любовь вас такою мерою, что вы сможете всех любить и всех прощать. А иначе, как вот недавно мы слушали это самое проповедь, что если у нас есть уже огорчения какие-то, обиды, то мы разбойники.
Иногда мы просто занимаемся разбоем и думаем, почему нормальных отношений нет. Таким бандитам не место быть дома. Бог желает изменять наше сердце, твою и мою жизнь. Поэтому я вас просто призываю. Запомните, чем меньше самолюбия в человека, тем он дороже стоит. Можно любить себя безмерно. Мы живем в такое время, когда люди будут поклоняться человеку, любя себя, самому себе, угождать себе и все позволять, то, что тебе хочется или нравится. Но всегда человек должен делать выбор – или ты, или Бог. Поэтому в чем секрет счастливых, благословенных отношений? Все мы, как люди, способны совершать ошибки. Вы согласны с этим или нет? Но надо не подчеркивать их, а поддерживать тех, кого вы любите. Есть люди, которые знают все недостатки других, ближнего, детей, жены, мужа. А толку от этого? Твое призвание – любить. Твое призвание – что-то вкладывать в свои взаимоотношения. Твое призвание – лечить. Укреплять, чтобы было твердо. Я здесь, братья и сестры, чтобы вам сказать, послушайте меня внимательно, ничто меня так не укрепляет, не оздоровляет и не исцеляет, как добрые отношения друзей моих, жены и детей. Вы можете посещать все благословенные поликлиники и госпиталя. Вы можете принять в свою жизнь все натуральные лечения. Но если у вас нет отношений нормальных, вы просто ходячий инвалид. И вам серьезный уход нужен. Вы не способны для созидательного, благословенного труда. Вы еще здесь? Я здесь, чтобы кричать. Ничто так не исцеляет и не врачует, как добрые, здоровые, теплые отношения. Если вы хотите быть и физически здоровыми, и духовными, и духовно, пожалуйста, обратите на это внимание. Надо не подчеркивать ошибки других, а вдохновлять, благословлять, утешать. Ошибаются все, а вдохновляют, благословляют немногие. Но это часть твоей жизни. Это то, что Бог желает видеть в каждом из нас. Какие мои отношения с ближними? Какие? Ничто так не лечит. Запомните это. Один муж обращается к жене, говорит, родная, как у тебя дела? Никто тебя не обижает? Она говорит, нет. Она говорит, смотри, будут обижать, не обижайся. Я здесь, чтобы сказать, что обижать будут. Никто не избежит этой участи. Обижать будут многие и долго. Но это не значит, что ты должен обижаться.
Если любовь Божья изливается в твое сердце, если твои отношения с Богом нормальные, то Он даст полной мерой утрясенной, чтобы покрыть, простить и забыть недостатки других. Слава Иисусу! Бог желает вдохновлять нас на добрые дела и святые. И еще раз запомните, если у вас нет нормальных отношений с кем-либо, в первую очередь у вас нет нормальных отношений с Богом. Ищите Господа, пока можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Здесь присутствует Бог. Не сидите, сложа руки, но говорите: «Господь, я нуждаюсь в Тебе. Я открываю сердце свое для этой любви. Пусть она проливается в мой сердечный сосуд и перетекает к другим. Во имя Иисуса пусть исполнится воля Божья в нашей жизни». Запомните, нет ничего более великого в нашей жизни, чем наши личные взаимоотношения с Богом. Библия говорит: «Сблизься же с ними, ты будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». То есть, о чем говорит Библия? Твой покой будут нарушать и днем, и ночью. Что делать? Успокаивать других? Или кричать: «Успокойся!» Что делать? Сблизься же с Ним, и ты будешь спокоен. Испытания умножатся. Какие твои личные взаимоотношения с Богом? Находишь ли ты время для Него в течение дня? Вы, наблюдая друг за другом, видите когда-нибудь, что ваш сын молится или читает Библию, или ваша дочь, или ваша жена, или ваш муж? Правда, интересно? Проверьте, чтобы все было на месте. Отвечая не за других, а что? За себя. Сблизься же с Ним, и ты будешь спокоен. Поэтому всегда будьте с теми людьми, которые побуждают вас влюбляться в Бога. Вы готовы сказать аминь? У нас есть большая привилегия и честь поговорить с Богом. Используй эту возможность. Как многие люди потеряны, они говорят: «Ну, некому выслушать меня, некому понять меня, некому помочь мне». Я здесь, чтобы сказать: есть. Это Христос. Он здесь ради тебя, чтобы помочь тебе и благословить тебя. Расскажи все Ему. Если кто-то недопонимает тебя, не беда. Он готов выслушать тебя и понять. Он готов благословить тебя и помочь. Используй эту привилегию, разговаривай с Богом. Аминь. И дальше, не забывайте, что молитва защищает нас. Молитва меняет наш взгляд на мир. Молитва учит нас доверять воле Бога. Молитва нас делает ближе к Богу. Молитва делает нас счастливыми. Молитва дает нам надежду. Молитва делает нас менее эгоистичными. Молитва исцеляет нас. Молитва делает нас сильными духовно. Именно молитва умиротворяет нас, дает уверенность и спокойствие. Аминь. Если это так, начинайте молиться. Даже находясь здесь,
Молитва должна быть не последней реакцией на происходящее событие, которое случается в вашей жизни, а первой. Молитва. Вы знаете, я скажу вам очень важную истину. Иногда сам Бог изолирует нас от других людей на какое-то время. Только потому, чтобы мы просто оставались наедине с Ним. Скажу краткое свидетельство, как один человек переродился. Он говорит, воспитание получал вроде бы нормальное. Родители были верующие, но сердце двоилось. И хотелось так, то пофадить, то поиграть, то побаловаться. Ну и, короче, так вот, то вниз, то вверх. И говорит, однажды случилось то, что случилось. Полиция ее арестовала и посадили в джейл на сутки. На сутки. То есть уединили. И вот этот молодой человек вышел оттуда новым человеком. Совершенно другим. Неузнаваемым для других. Когда просто я обратил это внимание, спросил, что случилось? Он говорит, когда меня закрыли на сутки, что мне оставалось делать? Как только плакать и молиться. Я, говорит, как расплакался пред Богом. И что-то внутри меня поменялось. Бог изменил мою жизнь. Слава Иисусу! Поэтому Бог предоставляет нам прекрасные возможности, чтобы что-то изменилось в нашей жизни. Если вы что-то делаете, это учеба, работа, даже какие-то, может быть, духовные проекты, но у вас не все получается или плохо получается, отточите ваш топор. Не режьте тупыми ножами. Усталости будет больше, а результата будет меньше. Но мудрость знает, как это исправить. Отточите ваш топор. Исправьте ваши взаимоотношения с Богом и друг с другом. Сделайте все возможное, чтобы имя Божие прославлялось в вашей жизни. Всегда помните, что настоящее удовлетворение приходит не от наших даже отношений с другими, но от наших отношений с Богом. Это только в Боге написано. Успокоится душа, что наша. Если это так, склоняйтесь к Его груди и будьте благословенны в вашем поиске и молитве. Бог желает изменить вашу жизнь. Мы сейчас идем к молитве. Запомните, что нет тяжелее или труднее человека, который всегда прав и всегда все знает. Я не хочу таким человеком быть. Надеюсь, вы тоже. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание и создавайте гармонию в обществе. То есть, будьте благословенны и служите благословением для других. Последнее. Спокойствие сильнее эмоций. Молчание громче крика. А равнодушие страшнее атомной войны. Давайте мы встанем для молитвы. И в первую очередь я хочу обратиться ко всем вам и сказать, кто готов сегодня свое сердце открыть для этой радости любви, которую Бог желает излить в твою жизнь и судьбу. Вы можете сегодня открыть свое сердце пред Богом, покаявшись пред Ним.
А мы будем молиться о вас, чтобы эта любовь, которая проливается в наши сердца, она умножилась в каждой жизни и судьбе. Но я еще раз повторяю, если есть такие люди, которые готовы открыть свое сердце для этой любви, покаявшись, пригласить Иисуса в свое сердце, в свою жизнь, мы здесь, чтобы помочь вам и помолиться за вас. Если есть такие люди, просто поднимите руку, я помолюсь о вас. Есть такие люди, которые сегодня готовы открыть свое сердце для Христа? Аллилуйя! Пусть уйдет всякое равнодушие. Оно тяжелее и страшнее войны. Сегодня решается твоя судьба. Как будет дальше проходить твоя жизнь? Вот в чем секрет. Дальше ты пойдешь по жизни с Иисусом или один, как ты сюда пришел. Реки Божьей благодати текут здесь. Шире открывай свое сердце для Иисуса. Ава, Отче, благословляйте тех, которые идут. Закрывайте глаза и начинайте молиться. Пожалуйста, если вам не трудно, кто поднимал руку, пожалуйста, подойдите вперед. Мы помолимся за вас специальной молитвой. Пожалуйста, я приглашаю. Пожалуйста. Пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Если кто желает, чтобы Бог исцелил ваши взаимоотношения на уровне дома и семьи, идите к Христу. Ава, Отче, я благодарю Тебя за Твою благодать, которая покрывает это место. Я благодарю Тебя за все, что Ты сделал, делаешь сейчас и будешь делать в будущем. Я благодарю Тебя за тех, которые идут к Тебе. Прими их покаяние и молитву прямо сейчас. И все, что они говорят вслух Тебя, Ты знаешь. Ава, Отче, приди Твоим спасением, приди Твоей победою, приди Твоей милостью во имя Иисуса. Ава, Отче, Ава, Отче, Господь, пусть воспылает наша любовь к Тебе. И пусть она горит, не сгорая. Ава, Отче, благослови церковь Твою. Благослови народ Твой, чтобы отношения были здоровыми, сильными и крепкими. Ава, Отче, благость Твоя и милость Твоя пусть покрывает жизнь нашу многие дни. Мы на имя Твое уповаем, на милость Твою, Господи, надеюсь. Да будет победа Твоя в каждой жизни и судьбе.